Спасибо. У нас нет еще антракта. Сейчас все продолжится. Сейчас будет выступать квартет Андрея Кондакова, Раймера Витцеля. Германию представляют два человека, которые не были знакомы между собой, пока туда не приехал Андрей Кондаков. Вот, он их познакомил. В Германии вообще никто друг с другом не знаком. Там ведь это все нормально совершенно. Там, если спрашиваю жителя Бремена, вы были когда-нибудь в Гамбурге? Он говорит, ну это жутко далеко, это уже 100 километров. Поэтому там все это так. Значит, я хочу представить вам барабанщика, который живет в небольшом городе Хесхайме, это в районе Рейна. Этого барабанщика зовут Кристиан Шойбер. Я хочу, чтобы вы вспомнили, Кристиан Шойбер был нашим гостем 2 года назад. Он привозил сюда City West Quartet, если помните, был такой ансамбль. И, наконец, саксофонист, который живет нынче в Кёльне, является одним из ведущих саксофонистов Западной Германии, это Райнер Витцель. Райнер Витцель. Программа квартета начнется с композиции Андрея Кондакова, которая называется «Новый блюз для Телониуса».
Андрей Кондаков, Роберт Пилякольнис, Райнер Витцель, Кристиан Шойбер. Они довольны. Вы тоже. Thank you.
Итак, квартет Андрея Кондакова и Райнера Витцеля. Еще раз о музыкантах. Андрей Кондаков. Роберт Пеляканис. Кристиан Шойбер. И Райнер Витцель. Выступление закончилось темой Кола Портера «I love you». Спасибо.